До сих пор 70% территории Земли остаются еще неосвоенными. Так разбудим же дремлющую планету. Doosan Infracore Construction Equipment помогает формированию ультрасовременной урбанизированной культуры. Doosan Infracore Machine Tools представляет передовые технологии в станочных системах. Doosan Infracore Diesel Engine воплощает гармонию между человеком и окружающей средой. Doosan Infracore Forklifts открывает новую эру в производстве погрузочного оборудования. Doosan Infracore Defense Products вносит вклад в поддержание мира на планете при помощи новых технологий. Doosan Infracore создает модернизированную инфраструктуру будущего с рвением, не знающим границ. Doosan Infracore ставит своей целью стать одной из лучших компаний в мире в сфере деятельности по поддержке инфраструктуры. Doosan Infracore прилагает максимум усилий ради лучшего завтра, стремится войти в пятерку лучших мировых компаний в сфере деятельности по поддержке инфраструктуры. Корпорация Doosan, главным ядром которой являются акционерные компании Doosan, Doosan Heavy Industries, Doosan Construction и другие, насчитывающая 110-летнюю историю и обладающая долгими традициями, помогла открыть первую страницу в истории промышленности Кореи и стояла в первых рядах модернизации страны. В настоящее время корпорация стремительно развивается и уверенными шагами идет в новое столетие. Doosan Infracore, вошедшая в состав корпорации в 2005 году, стала ее центральным ядром и, осуществляя постоянные перемены и революционные внедрения, поставила своей целью войти в пятерку лучших мировых компаний в сфере деятельности по поддержке инфраструктуры. Doosan Infracore активно расширяет свое влияние на развитом зарубежном рынке, а также осваивает новые развивающиеся рынки. Doosan Infracore стремится к мировому лидерству в 5 сферах деятельности. Люди, создающие достаток. Doosan Construction Equipment – компания мирового уровня с совершенными возможностями по разработке новой продукции. Компания уже является одним из крупнейших производителей экскаваторов, колесных погрузчиков и другой спецтехники. В последнее время к компании проявляется еще большее внимание на мировом рынке благодаря превосходным техническим характеристикам, прочности и удобству при работе с новыми моделями производимой техники. Люди, создающие мечту. Doosan Machine Tools идет впереди мировых технологий в области станочных систем.
Компания располагает современнейшей технологией, позволяющей выпускать токарные и многоцелевые станки, являющиеся основной выпускаемой продукцией, а также другое оборудование с высокой добавленной стоимостью, соответствующее самым высоким мировым стандартам. Компания является лидером в области автоматизированных систем металлорежущих станков. Люди, создающие энергию будущего. Doosan Engines and Materials ставит своей целью создание идеального двигателя. Мы производим современные дизельные двигатели. Двигатели на сжиженном газе с высокой мощностью, малым потреблением топлива и низким загрязнением окружающей среды. Помимо этого, компания выпускает свыше 60 видов другой продукции. Осуществляет работу по разработке экологически комбинированного индукторного двигателя. Люди, дарящие счастье. Doosan Machine Tools является мировым лидером в производстве погрузчиков как внутри страны, так и за рубежом, и выпускает более 90 моделей погрузчиков высокого качества. Погрузчики нашей компании с улучшенными эргономическими качествами, техническими характеристиками, энергоэффективностью, комфортностью водителя становятся одной из самых знаменитых мировых марок. Люди, охраняющие мир. Doosan Defense Products разрабатывает различные виды новейшего оружия. Компания вносит вклад в поддержание мира путем создания современнейшего оружия. Компания проводит исследования и разработки систем комплексного вооружения нового поколения, становясь производителем систем вооружения мирового уровня. Девиз компании – рвение, не знающее границ, и сила, преобразующая мир. Управление, удивляющее клиентов во всем мире. Doosan Infracoer располагает большими производственными мощностями не только внутри страны, но также в Китае и Бельгии. Doosan Infracoer уже стала передовой комплексной компанией в области оборудования в Китае, превращающимся в крупнейший мировой рынок. Doosan Infracoer имеет торговые представительства, филиалы, центры запасных частей и технические центры в США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Китае, ЮАР и других уголках Земли. Дилерская сеть в настоящее время насчитывает более 1000 точек по всему миру и продолжает постоянно расширяться. Компания внедряется и на такие активно развивающиеся в последнее время рынки, как Индия, Бразилия и Россия. Как результат этого, компания становится мировым лидером в данной сфере. Используя комплексную сеть логистического обеспечения и эффективную систему услуг, Doosan Infracoer будет стремиться быть всегда рядом с клиентами и предоставлять услуги, способные полностью удовлетворить потребителя. Наша цель – создавать оборудование, которое будет производить на клиентов такое впечатление, как ни одно другое оборудование в мире. Доверие, обеспечиваемое лучшим в мире качеством. Doosan Infracoer располагает строгой системой управления качеством и системой оценки доверия, стремится к достижению лучшего мирового качества на всех ступенях производства. В результате таких усилий все заводы как в Корее, так и за рубежом получили сертификацию по системе управления качеством ISO 9001, что обеспечивает выпускаемой продукции конкурентоспособность на мировом рынке. Поддерживать качество на мировом уровне удается благодаря проведению постоянных исследований и разработок. Doosan Infracoer ежегодно увеличивает масштабы инвестирования на исследования. В настоящее время более 900 научных сотрудников работает над разработкой передовых технологий будущего. Система управления безопасностью окружающей среды позволяет наряду с качеством повышать и экологичность выпускаемой продукции. Doosan Infracoer – это компания, которой можно доверять.
Doosan Infracore ставит своей целью стать мировой корпорацией с объемом продаж и прибыли на высочайшем мировом уровне, с эффективной системой удовлетворения запросов потребителей. Корпорация, которой бы гордились все ее сотрудники, и войти в пятерку лучших в мире. Именно для достижения таких целей Doosan Infracore при помощи непрекращающихся работ по совершенствованию качества и управления планирует к 2010 году увеличить годовой объем продаж до триллиона вон, а прибыль от реализации до 10%. Компания прилагает усилия для воспитания кадров, способных вести бизнес на международной арене, и для укрепления своего влияния в мире. Такие усилия непременно сделают компанию мировым лидером в области ISB. Doosan Infracore вместе с талантливыми кадрами, вместе со всем человечеством стремится войти в пятерку лучших мировых компаний в сфере ISB и прилагает максимум усилий ради лучшего завтра.